Рыбных праздников в Карелии становится все больше. Осенью в Петрозаводске традиционно проводят колокунду, а в этом году в последних числах февраля в Карелии учредили фестиваль зимней рыбной ловли по инициативе главы республики. Народные гуляния развернулись в Петрозаводске и Беломорске. Попробовать блюда из рыбы теперь можно на празднике Алексей Рыбный. Подробности у Евгении Легкой. Алексей Рыбный – совершенно новый праздник для Карелии, но сразу же полюбившийся горожанам, которым не только посчастливилось купить свежие рыбки, но и попробовать ароматные ушицы. Я очень люблю рыбу просто, в любом состоянии. Жареная, пареная, вареная, вся в любом состоянии я люблю рыбу. Поэтому я здесь на этом празднике сейчас. Богатый, я же говорю, край, поэтому, естественно, замечательно, что живем в этом крае богатый. Хотелось бы, чтобы на прилавках наших было и правда изобилие рыбы и в достатке, и доступно каждому. Беломорка свежая, крупная, мелкая. Навага свеженькая, наборы ухи, ряпушка свеженькая, окушки сегодня привезли, лещ свежий, то, что с похожечки. Лотки с рыбой соленые, свежие, замороженные. Такое изобилие встретишь нечасто, несмотря на то, что Карелия – рыбный край. И эту уникальную особенность нашего региона нужно активно раскручивать, как интересный и важный туристский бренд, сказал глава Карелии. Надеюсь, что с каждым годом наш рыбный базар будет все богаче. Мы только что несколько дней назад заложили два больших завода в Кондопоге. И также в этом году мы надеемся, что завершим строительство двух, а может быть даже уже и трех перерабатывающих производств непосредственно в городе Беломорске. И, собственно, по-настоящему вернем Карелии славу морского рыбного региона. В Петрозаводске рыбой лакомились, а в это же время в Беломорске заядлые рыбаки соревновались за звание лучшего мастера подледного лова. На Белом море впервые стартовал зимний фестиваль рыбной ловли. Через 2-3 года он станет популярным международным событием, уверенно заявил глава Карелии. Евгения Легкая, Александр Борисов, Сампо ТВ 360.